Да, и я. Седай. Так, ну что, ребята, у нас покатуха, мы куда-то едем, тут едет машина. Олег, объясни, куда мы едем. Мы едем туда. Ну, короче, ребята, видос должен быть интересным. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Но от вас требуется всего лишь там, ну, как бы лайки, подписки и все дела. Ну и, в общем-то, все. Едем куда-то. Вдвоем, кстати, если что, это мой брат. Поехали. Так напрасно думала я, что получу я все, что хочу. День и ночь в своих мечтах летала я в облаках. Мы с тобой по звездам идем, наша любовь, и мы только вдвоем. Ты несешь меня на руках, я уже в облаках. Ух, ребята, вот то контент. Ё-моё. Лезь в болоте. Только как мне отсюда выехать, теперь вопрос. Заехать-то я заехал, вот выехать. Сейчас что-то будем пробовать. Я кену. Тут тільки що їхав сам. Каже, поїхали знімати відео. Так і не поїхали. Він поїхав. О, болото. Я йду по болоті, по всьому. А він їде. Зараз десь там впав. І все. А я то не запечатлив. Вон біжить, голубчик. Це відео покаже, ти будеш щось. Я їду, ти їдеш, а так. Та заскоч! Газуй! Газуй! Не газуй! Мастер давать газу. Застрял. Вот так вот, ребята, у нас и проходят покатухи. Виды здесь довольно-таки красивые. Там есть лошадки в той стороне. Вон, не знаю, видно вам их или не видно. Но там есть лошадки. Этот дурак, походу, едет в озеро. Ну, в общем-то, ребята, сейчас, может, до лошадок поедем. Хотя там болото, потом хрен выедем. Ну-ка, сейчас что-то придумаем. Ти бачив, по якому я по лоті поїхав? Отам. Я бачу. Чисто. Я чисто по воді їду. А ну-ка, ребята, зараз увидимо, де він там газу давав. Карпачу. Бідненький карпач. Недовго йому, видимо, осталось. І переправити його не можу, тому що доставка стоїть 2000. Легче вже нову купити. Ну, короче, ребята, йдемо смотреть, що там було. Да, вот. От тут? Да. Я повністю по воді проїхав.
Ё-моё! Нифига себе! Вот тот... он, бачит, стоит я посередине. Вот тот трактор. Сейчас мотор заклинит и все, а там клинить нечему. Шипит. Погнали до лошадей, я лошадок поснимаю. Видео называется «Топим Карпаты» еще что? Ушатываем, не, ушатываем, не, их уже нечего ушатывать. Они ушатаны, ушатанные были. Ну все как всегда, мы бегаем дольше, чем катаемся. Просто видосы для настроения. Вот всегда, когда у меня на канале появляются Карпаты, это просто видосы для настроения. Короче, сейчас будет... Сейчас, короче, будет какой-то трюк от... Сейчас, короче, будет какой-то трюк от Олега. Не знаю какой. Офигенный трюк. Он нифига не сделал. Ну и ладно. Короче, мы идем до лошадок. Ну, точнее, я иду. Олег там что-то будет пробовать выгазовывать. Ой, я боюсь чуть-чуть. Вдруг ты меня сожрешь. А вдруг ты меня сожрешь? Ё-моё. Вдруг ты меня сожрешь. Ты меня сейчас бахнешь копытами и все. Ё-моё, ребята, такая классная, но все равно боюсь, бо всякое может быть. Как бахнет один раз, больше и не встану. Крым наш, украинский. Сегодня утром подорвался Крымский мост. Такие хорошие новости были с самого утра, кто... Тоже проснулся и офигел от таких новостей. Лайкос, ребята. Ну а русские, плохие русские. Вслед за кораблем. Что можешь сказать по поводу Крымского моста? Файно. Шо файно, шо він є, чи його нема? Шо і то. Будем выезжать отсюда, будем ехать домой. Другой дорогой. Видосы короткие, ну блин, что я сделаю? Это Карпаты. Ребята, ну мы как бы это плаваем, как бы плаваем. Плаваем, Олег какает. Ну а мы, я тут. Эл, жаба. Ну короче, я вот тут заехал. Ну как заехал? Забежал. Тут проехал метр два. И заглох. Фу, бензин. Все, едем дальше. Мы походу приехали. Просто послушайте звук. Карпаты чуть-чуть это кипят.